Ой, девчонки, и случилось страшное. Зараза, это трипс. Прямо на молодом листике. Скотиняка такая. Где он? Пожрал. Я ж ползал тут. Я ж под воду. Прибежала его смыть. Гадина такая. Не, ну вот надо. Девчат, все орхидеи, пришедшие, всегда обрабатываю. Всегда. Ставлю один. Это, кстати, тоже свежий приход. Не показывала распаковку на канале. Она у меня уже даже адаптировалась. Ну, вон, бугры. Сейчас так покажу. Вот видно. Многие знают уже, но многие еще спрашивают у меня, что это такое. Кто ест мою орхидею? Вот они, бугорочки. Это кладки. Если присмотреться, там есть такие дырочки, прям точечки, как проколы. И вот эта борозда, это уже вот трипс идет, жрет. Ест она в основном молоденькие вот такие листики, еще даже в какой-то стадии более зачаточном состоянии. И потом вот листик у вас вы не видите. Листик потом немножко отрастает, и борозды вы как раз все наблюдаете. И эта орхидея одна из, как сказала, вот они, бугорки, это их кладки, яйца отложенные. Потом личинки просыпаются, вылупляются, они такого светлого, чуть ли прозрачного, ну, может, немножко молочного цвета, и начинают жрать ваши листы. Это орхидея, которая, помните, как-то я рассказывала в видео, за упаковку только 350 рублей одной орхидеи взяли, плюс коробка и так далее. В общем, не дешевая покупка, я ее даже вам не показывала, она пришла. Уже у меня даже адаптировала. Стояла отдельно. Мало того, что она была обработана, стояла она отдельно от всех на подоконнике. И тут внутри прям бегали. И все равно переметнулись. Может быть, когда-то я когда распаковывала или еще что-то. В общем, на ней обнаружен трипс на одном подоконнике. И на другом подоконнике тоже обнаружен трипс. Но почему-то я уверена, что именно с этой орхидеей это пришло. Сейчас тут вот, конечно, все, ничего нет. Но когда были цветочки, на них были очень похожие такие тоже бороздки, как будто от трипса такие перфорированные, как будто лепестки. Ну, сейчас вот тут никого не видно. Мы бегали. И черные бегали, и личинки бегали. Нет, друзья, смыла я их все, никого не видно. Жалко, надо было сначала вам показать, как это все выглядит. Ну, профессионалы, скажем, и кто не первый год в этом, тот знает. И вот тоже вот они, волдыри. Так, вот каким-то углом на них видно проколы. Вот сверху лист, тоже волдырики видны. Ну, вот в основном они с обратной части листика оставляют все. Так, фокус. Вот они, волдырики. Ой, не знаю, не видно, наверное, вам проколов. Что-то никак. И вон тоже характерные борозды. Когда трипс съел, вот этот листик был ниже, то есть он уже за это время подрос, пока там он питался внутри самой пазухи, еще не было видно особо этих борозд. А он его уже ел, откладывал там и ел. Ну-ка. Это вот орхидея с другого подоконника, понимаете? Ну, то есть самое страшное дело — всю коллекцию перетравить. Я еще себя плохо чувствую. А надо. А еще я одно окно пролила. И вот взялась проливать другое. И увидела вот эту вот ерунду. Начала бегать по окнам оставшимся. Смотрите. И вот нашла еще на одном. То есть на одном окне мне уже поздно обрабатывать. Я хочу обработать октарой. Ну что вот. Еще на одном подоконнике найдено растение. Бедный мой калейдоскопчик, бабочка, который как только доцвел, сбросил мне все корни, но зато потом решила думаться и нарастить их. Вот. Было дело. Ну и вот трипсяра сожрала. Ё-моё. В общем, травить мне, девчонки, все подоконники. Без исключения. Вот такая вот петруха.
ползет он, личинка. Бледная. Личинка трипса. Как раз, которая вот вылупилась и подъедает листик. Как я сказала, вот в этих бугорках трипс откладывает яйца. Потом личинки вот питаются листиками. Вон они. И делают вот эти вот характерные бороздки. Вот такого вот характера, друзья. Еще бывают липкие капли, такие вот блестящие. Это тоже говорит о наличии насекомых, вредителей на наших орхидеях. Так вот особо не видно, только на супер... Ну, вон, нет, если присмотреться... Ой, и так тоже видно, как они там ползают. Вот так вот, друзья. Итак, друзья, предстоит мне нелегкая борьба. Поэтому, говорю, всегда делайте профобработку. То есть не то, что профобработку, пришли к вам растения, вы их обязательно обработайте. Поставьте на подоконничек отдельный. Я хотя и все меры эти предпринимаю, но видите, вот опять на очередном растении обнаружен трипс на другом подоконнике. Поэтому сегодня начну борьбу. Беру вот такой тактара с голограммой. Обязательно. И растворяю. Вот этот вот пакетик я буду растворять. Вот здесь у меня 8 литров воды. Вообще берется на 1 грамм 1-3 литра воды. То есть я буду брать 1 грамм на 2 литра воды. Следующую обработку также возьму 1 грамм на 2 литра воды. И третью обработку я сделаю 1 грамм на 1,5 литра воды. Более концентрированную. Сейчас открываю. Здесь у меня 8 литров воды. И уходит у меня вот такой один пока пакетик на вот этот вот объем. Многие уже обрабатывали этим препаратом. Ну, может, кому-нибудь информация будет полезна. Сама была новичком. Сама тоже искала информацию. То есть актара — это инсектицид, который системный, и обработочку я буду следующую проводить через неделю. Впитается в сок растений эта отрава, и когда трипсик или кто там у вас завелся, будет надкусывать и подчиваться нашими орхидейками, он засранец, отравится. Так ему и надо. Сейчас все тщательно перемешаю, разведу и буду проливать. Проливать с оставлением воды, то есть замачивать. Это будет не опрыскивание, а замачивание, друзья, наших орхидей. Вот так вот, друзья. Поэтому в процессе обработки от вредителей надо еще обращать внимание на цветоносы. Потому что вот такая вот пергаментность на цветочках, это тоже говорит о наличии вот трипса. Взрослый трипс как раз-таки часто сидит на цветочках наших орхидеек. Кушает их, оставляет бороздки, деформирует цветочек. И бывает прям лакомиться цветоносами, они прям такие объеденные. Поэтому, когда обрабатываем орхидейки, часто тоже я вот срезаю цветонос, если я не опрыскиваю цветочки. Может быть, сейчас тоже все срежу. Куда деваться-то? Надо избавляться. Как я сказала, будем мы применять замачивание. То есть пролив с оставлением воды.
Вот так вот даже еще чуть-чуть добавлю. Будут стоять, пока не напитаются. И через неделю процесс повторю. Не брезгуйте правилами. Всех пришедших обрабатывайте, ставьте на карантинное окно. Это убережет вас и ваши орхидеи от ненужных затрат. Не только финансовых, но и времени. Ведь столько времени на это уходит. Вроде вот тоже стараюсь, а все равно, видите? Может, с окошка налетел, может, еще откуда-то. Не знаю, но не брезгуйте. Делайте все правильно и вовремя. Всем пока-пока. Удачи и здоровья вам и вашим цветам.